В этот день нет компьютеров, документов и полностью погруженных в работу специалистов. Горячий большой самовар, баранки, ватрушки – в общем, настоящие русские народные угощения. Именно так в 10-летний юбилей встречали клиентов второго дополнительного офиса Краинвестбанка. Все собрались. Открытие ознаменовалось торжественной речью руководителя второго доп. Офиса Светланы Тимошенко и зачитанным приветственным адресом от генерального директора Краинвестбанка Сергея Бритвина. Мы все являемся частью одной большой семьи, коллектива, крупнейшего финансово-кредитного учреждения Краснодарского края, банка, входящего в число 200 самых успешных банков России. Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, семейного счастья, финансового благополучия. Пусть ваша профессиональная деятельность всегда будет успешной и созидательной. Но даже в этот юбилейный день был составлен регламент так называемой праздничной работы. Первым делом закрыли счет десятилетия, открыв новый. Символично лист календаря перевернут, второе десятилетие начало отчет. Вместе с сотрудниками банка на следующую ступень развития стали и клиенты. Им уделили особое внимание. Постоянных партнеров удостоили индивидуальных номинаций. Так, например, лидером комплексного банковского обслуживания стало предприятие ООО «Дорснаб», возглавляемое генеральным директором Дмитрием Рябовым. Предприятие является лидером комплексного обслуживания, то есть пользуется всеми практически нашими услугами. Спасибо вам за внимание. Счет мы открыли в банке 20 января 2005 года. И с этого времени вместе вы нам помогаете. Мы с вами, наверное, задали такую планку обслуживания и вот этого общения, сотрудничества. Ни один другой банк не достиг этой планки, как мы с вами работали. Поэтому вам спасибо. Также лучшие клиенты были определены в таких номинациях, как «В ногу со временем», «Партнерство, проверенное временем», «Перспективный клиент». Большую группу составил «Золотой фонд» Краинвестбанка. Впрочем, особых клиентов у банка нет. Каждый партнер ценен. В 2004 году клиентов было всего у нас 26 юридических лиц и 360 физических лиц. Сегодня у нас клиентов более 8 тысяч человек. И, значит, мы нашли себя на этом рынке, значит, мы смогли оказать те услуги, которые нужны клиентам, и этим мы гордимся. И наш банк отличает от остальных других банков, наверное, тем, что мы как бы свои дома, что это тоже одно из конкурентных преимуществ, которые банк сегодня имеет. За плечами второго доп-офиса Краинвестбанка трудоемкий профессиональный путь. Благодаря этому сегодня, спустя 10 лет, ему есть чем гордиться. Наталья Полякова, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира».